Всем привет! Сегодня будем устанавливать такую вот принудительную вытяжку в гипсокартонный потолок. Вот он. Это у нас санузел, ванная комната, там, ну, кому как удобно. Вот, вот есть инструкция этой вытяжки. Вот. На 100 метров кубических. То есть будет достаточно. Она будет принудительно включаться. То есть там я установлю временно, потому что здесь тока нету. Вот получается, доза будет в розетке, и тока здесь нету. Я подключу временно и установлю выключатель, и чтобы мы с вами сразу проверили. В гипсокартонном потолке уже установлена труба канализационная 110, и выведен провод, прямиком идет к нашему выключателю. Там сразу распакуется оно, и будет выключатель на освещение, и то есть двойной, и на вытяжку. Потому что можно установить, чтобы сразу при включении света включалась вытяжка. Если нет, то можно двойной выключатель установить. Вот, и можно ее включать. Так как здесь в тех санузлах я ставил с клапаном, вот такой вот клапан, его можно поставить. Если у кого-то там сквозит с потолка, то есть вот так вот устанавливаем. Вот, и она, когда отсюда воздух дует, вот, она поднимается, когда прекратилась вентилятор работать, то она закрывается. Но я не так не плотно особо стоять, там я силиконил, но здесь мы ставить его не будем. Вот, потому что заказчик говорит, что, ну, хочу попробовать без вот этих всех клапанов и так далее. Вот я снял крышку. Здесь ничего хитрого нету. Заземления здесь тоже нету. Вот, вот сюда она подключается. Плюс-минус не имеет значения. Вот и такая вот крышечка с сеточкой. Вот она просто защелкивается. Вот, а вот эти вот отверстия потом... Если там потолок бетонный, то вы сверлите и такие вот отверстия продлинковатые, то есть чтобы можно было регулировать по соотношению там стены, багета, или как, чтобы оно ровно было. Сейчас все будем это подключать и запустим, посмотрим, как она будет у нас работать. Прежде чем устанавливать вытяжку, монтировать в потолок, нам нужно сделать отверстие. Где-то вот здесь сделаем к кабелю для подключения вентилятора. Вот. Перо у нас на 8 по плитке. Вот. И сейчас сделаем поближе вот так отверстие, потому что здесь диаметр трубы, самой трубы у нас диаметр 100, а труба это имеет 110, то есть провод как раз рядом будет проходить. Вот отверстие есть для провода. Вот так вот. Здесь его можно вот так пропустить. Можно было бы здесь сделать. Неважно, где можно его. Можно вот эту вот так развернуть. И вот поставить ее в свой потай вот сюда. Вот так вот. Да, и будет нормально. Так она даже уже держится сама по себе. Вот. Сейчас чуть кабель возьмем, потянем. Вот. И сейчас рулеткой промерим размер от багета. Вот. И прификсируем на саморезы. Так, размер у нас до вытяжки 48,5 от багета. С этой стороны тоже 48,5. Можно прикручивать саморезы. Один уже у нас закручен, чтобы можно было регулировать. Вот. И сейчас прикручим еще
три штуки, и можно будет подключать. Так, провода подключены. Саморезы закручены, можно в принципе уже и запускать. Так как я говорил, там плюс-минусом не имеет значения, подключаем, да и все в принципе. Но будем запускать. Вот, все работает, все выключается. Крышка не имеет значения, как там ее поставить. Вот она просто прилегает, вот, и защелкивается на такие вот батайчики. Здесь она потерта какая-то. Вот, и вот такая вот у нас получилась выдержка. Вот как она втягивает, видите? Все работает, так что весь пар будет улетать.